하는.
Девчонки,
Татьяна Анатольевна Тарасова!
открываем дивизион и ее спортсменам. Встречайте на служный тренер России товар Николай Бумасвина. Невероятно то, что единственный мужчина здесь на сцене, вас уважаемый
самых прекраснейших женщин. Это Максим Райков. Сейчас команда девушек должна сообщить о линии.
первый и такой красавный трик будет сразу. Да, но не забирали уже не сразу. Уважаемые, очаровательные. Подойдите к колене. Вы начинаете совещание. Ребят, мужики, идите сюда. Это прав. Уведет вас смех в движении медведя. Я так понимаю, что вы не стали брать исполнительную вину, у вас есть решение, что я тоже пойдем исполнять первый элемент и какой он будет. У нас попадет выполнять первый элемент, помимо Валерии, Ну что ж, Камила Валерьевна, решение, пожалуйста, общайтесь. Я это вижу, у вас есть проводить несколько национальных товаров. Кто будет отвечать Камила Валерьевна? Но начинаем наш участковый фестиваль. Первый старт Рамилана. Вот каковы задаст он семисловочную дню. Только старт Рамилана устраивает в лоб исполнение. Thank you.
16 секунд, 52 случайного налива, все судьи решают. It's all around the world. Yeah.
Итак,
Thank you.
Показать
ci sta accompagnando a un grande lancio di giochi cantani culturali, molto più forte e giocati come per voi, e di piante molto più sempre con i miei. Thank you.
Ich bin der Meinung, dass die Menschen, die
Thank you.
Несмотря на то, что весы, которые попадут, и весы,
Thank you.
Сейчас будет выполнять каскад. Александра Тушина.
Sexto,
привет. Ну что, пока все ваш? Yeah.
Thank you.
официальный по принципу по полу, а это значит, что они будут выбирать по очереди членов команд. Самое важное в этом случае – узнать, кто выбирает первым. Если первый выбирает Алина, в следующем виде право начинать получает Евгения. И наоборот. В каждом виде программы есть так называемые серии, юристы, которые точно выступят друг против друга в разных командах. Сейчас ключевой момент жеребьев и право первого выбора определит генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Ему прямо сейчас позвонит Алексей Якурин. Начинается формирование команд. Мы приглашаем
представителей танцевной индустрии. Thank you.
Я вам не знаю, что это за
Thank you.
Ну, конечно. Не, не так, чисто спать с улицы родом. Я могу только улыбнуться, да.